Дорогие наши ветераны, День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечается с 2010 года. За это десятилетие между ветеранскими организациями и командованием соединений воинских частей выстроилась слаженная система взаимодействия, направленная на гражданско-патриотическое воспитание военнослужащих, сплочение офицерского состава, сохранение и приумножение славных боевых традиций. Добросовестно и самоотверженно, выполняя свой воинский долг, вы посвятили лучшие годы жизни благородному делу – служению Отечеству. Находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему душой и сердцем с нами. В сложившейся сегодня сложной социально-политической обстановке вы остаетесь верны присяге своим коллективам и действующей власти. Вашей энергии, целеустремленности и работоспособности может позавидовать сегодняшняя современная молодежь. А уровень ваших знаний, опыта, способности к аналитике и критическому мышлению – это то, к чему должны стремиться сегодня наши молодые офицеры и контрактники. И в вашем лице я выражаю слова благодарности и признательности всем 1250 ветеранам внутренних войск, а в том числе участникам Великой Отечественной войны, состоящим на учете в ветеранских организациях соединений и воинских частей, за плодотворную работу. В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного тепла и уюта, добра и мира. Пусть оптимизм и бодрость духа всегда будут вашими верными спутниками, а каждый новый день дарит радость и хорошее настроение. С праздником вас, дорогие ветераны!